Привет, ребята! Я очень люблю легкие супчики. Сегодня я покажу вам свой любимый рецепт щавелевого супа. Нам понадобится куриная грудка, одна морковь, 5 небольших картошин, 4 яйца, щавель и сметана. Для начала поставим яйца вариться. Также рядом у нас варится куриная грудка в небольшой кастрюльке. Пока все на плите, я нарезаю картошку и морковь. Все высыпаем в тарелку. Щавель – это витаминное и лекарственное растение, способное улучшать пищеварение и многие функции нашего организма. Щавель содержит 1,5 грамма белков, 0,3 грамма жиров и 2,9 грамма углеводов. Во время варки бульона не забываем убирать пенку. Белая пена – это свернувшийся белок, а если пена черная, то свернулась кровь, которая была в мясе. Когда вода вскипела, кладем в кастрюльку овощи. Осторожно, не опекитесь. Прикрываем крышкой и делаем маленький огонь. Тем временем у нас сварились яйца, и мы нарезаем их небольшими квадратиками. Отправляем их в кастрюльку. Следом идет щавель. Хорошенько все перемешиваем. Солим и перчим по вкусу. И даем постоять на небольшом огне еще 5 минут. У нас все готово. В тарелку я кладу куриную грудку и режу ее небольшими кусочками. И добавляю туда суп. Ну что ж, вот и получился самый вкусный, полезный и легкий суп. Добавляем ложечку нежирной сметаны. Приятного вам аппетита!